Доброе утро. В общем, я вчера придумала прекрасную тему для сегодняшнего видео. Оно должно было называться «Про смех». Но, блядь, это видео будет нихуя ни разу не про смех, сука. На тему для видео меня вдохновили девочки с моей любимой заправки ТНК, да. Я знаю, что вы увидите. Так вот, речь пойдет не про вас. Сука, что, блядь, это за окном, блядь? Марк, ты совсем ебанулся? Реально, блядь, это нихуя не смеха панорама. 6 марта на дворе, 6. Минус 16 на улице, минус 16. Это ладно. Нулевая влажность меня просто убила. Ощущается минус 25. В марте, сука, в марте. Март, февраль, вы вот, блядь, сука, поменялись местами, не состыковались где-то. В чем ваша проблема? Я не хочу, блядь, сука, с подстриженной своей стрижкой, да, блядь, опять одевать, сука, в 30 лет шапку с Бэтменом. Но мне придется, потому что минус 25. Блядь, а может все-таки смехопанорама? Я не знаю. Доброе утро за вас. Такой прекрасный момент хотела обсудить. В теме про смех, но это видео не про смех, поэтому мы смеяться не будем. У меня на ютубе, на канале на моем, одна девочка, да, комментировала мое видео и написала какой-то комментарий, что вот где я стишок, да, читаю с интернета, что, кстати, мы сегодня это делаем под Нирвану, что меня радует, да, Курт. Написал мне комментарий, что, блядь, тебе там что, 15 лет или еще что-то. На другом видео мы уже больше пообщались, да, она написала, мы тут все с девочками сидим, смотрим, хихикаем над твоими видосами. Да ради бога, да пожалуйста, да, друзья, пожалуйста, это делается для хорошего настроения, для позитива, для, блядь, каких-то положительных эмоций охуенной хуйни. Про смех. И куда бы я ни пришла, сука, в любое место, в любое. Просто я прихожу, мне сразу девушки-женщины, бля, мне улыбаются все. Просто все. Я не могу, это потрясающе положительные эмоции, да. И, соответственно, взамен я вам хочу дарить тоже положительные эмоции. Поэтому смотрите мои видосы, ржите. Блять, я буду стараться, когда меня припрет, да, чтобы вы просто там упали под стол. Как я все-таки летом побила свой рекорд, опять же, это было на ТНК. Я просто зашла, там а-ля очередь, три девочки, почему-то не две, три. Рекорд, просто мой рекорд, за 5 секунд. Я довела всех до смеха. Одна из девочек при клиентах, ей пришлось даже, сука, нагнуться под стойку, потому что она так смеялась, да. В общем, я думаю, что я побью этот рекорд вскоре.